В эфире лицей БНТУ. Сегодня я расскажу 4 вещи, которые мы делаем, чтобы жить здорово. Мы называем их быстрая, надежная техника успеха. БНТУ. Будь активен. Начало дня. Мы ложимся спать за 9 часов до начала дня. И утром встаем радостные, бодрые, полные сил и энергии. Тимбилдинг. Мы любим общаться с семьей и друзьями и часто играем на свежем воздухе. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. В лицее мы делаем гимнастику для глаз. Сейчас я покажу вам простое упражнение. Надо встать возле окна, вытянуть вперед руку и вначале сфокусировать взгляд на руке, затем перевести его вдаль, в окно. Повторять это упражнение можно в течение минуты. Также мы делаем разные упражнения для развития креативности. Например, можно взять лист бумаги и две ручки. Одной рукой можно рисовать квадрат, а другой – круг или треугольник. Это и была наша быстрая, надежная техника успеха. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!